Привет всем! Никто не знает, мы группа «Терминал». Сегодня у нас дебют молодого гитариста. Давайте, прошу поддержать его. На прошлом концерте, кто был на нашем, я эту песню объявлял. С нее мы начинали, я ее объявлял как новую, фактически еще с пылу с жару, еще не отрепетировал. Вот. Песня посвящена той части моей жизни, когда я работал в офисе. Вот. И посвящается всем моим друзьям, кто и остался работать в офисе. Важно, для чего эта песня нужна, кому посвятишь ты ее, какую эмоцию вложишь. Однажды ты начальнику прямо в глаза ее с выражением споешь, и дверью раскатист отлопнешь. La 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 la
все-таки пора уже как бы середина концерта выйти к сцене. Тут вот видите, после прекрасного ремонта в Артишоке специально сделан подиум, свободное место, чтобы можно было потанцевать. We'll be right back.
свободной птицей. Без боли, страха, смерти нет. И по невидимой границе мы мчимся за тобой вслед. Thank you.
носят слово друг. С такой ласковой, нежною, наивною пузыркою. Yeah.
поздравить. Что же делать мне? Стала не моей зубная щетка, не мои носки так печально, не мои трусы, а... Печально! Браво! А, да, вот, короче, кто не знает, сегодня хорошо, да? Завтра утром, да. Вот, эта песня, ну, собственно, таким как бы пограничным состоянием как раз и посвящена. Да. Нет, тяжело. Ну, короче, сейчас уже как бы меняем название, мы, ну, хотим ее, как это называется, постапокалиптическое назвать. Thank you.
спасибо. Одна из наших стареньких песен. Называется «Почему?». Вернется.
неоконченные сны. Тихо одевал мне две строки без фальши. Голос твой не слышен мне, тихо в радио волне. Что же будет дальше? А пока листья света сентября проплывают за окном. Листья света сентября.
хочется дотронуться до звезд. И в дальний свет единственным ночи. Пусть кажется, что это не всерьез. Что мы сошли с ума от тишины. Тебе бояться нет причин. Под этим небом нет таких вершин, каких не покорили мы с тобой. И хочется думать. Звезды.
Спасибо, еще сейчас, сейчас играю. И сегодня, так как вечеринка 18+, да, кстати, вот у авторов частенько бывает спор, вот, ну, может ли писатель, там, поэт или ну, кто ни было, написать о каких-то чувствах, да, но при этом их не проживая. Ну вот, одни говорят, ну, бывает же богатая фантазия, правильно? Вот. А другие говорят, ну как можно написать достоверно, не почувствовать это, да? Вот, ну я просто хочу, чтобы, ну почему я это все рассказываю, конечно, банальные вещи. Просто следующая песня, ну как бы она, ну, необычная в нашем жанре идет. Вот, мы так пробуем сейчас. Вот, и поэтому я хочу, чтобы вы это смотрели через призму тех слов, которых я сейчас, ну, я вам сказал. То есть, мнение литературного героя может не отражать мнение автора. Рублей и пара, сосим и пара.
исключительно песня про здоровый образ жизни. Видите, мы сегодня не пьем, да? Вот, и вам всем советуем, ни в коем случае нельзя пить, употреблять страшные напитки. Ну, конечно, только в артишоке. Yeah.
во всем, с вами была группа «Терминал». Барабанщик Никита Легай. Устал. Андрей. Зыков. Барышник Станислав Бережной. Наш молодой участник Черноводченко Владимир. Наш покорный слуга Сергей Просто. Давайте поприветствуем легендарную группу «Шрам».